Беременная Наташа Королева решила покинуть сцену. Певица Наташа Королева, которая скоро станет мамой во второй раз, решила завершить свою творческую карьеру и больше внимания уделять семье. Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко давно мечтали о втором ребенке. Ради долгожданной беременности звезда даже сделала операцию. Теперь, когда исполнение их желания совсем близко, певица решила, что женское счастье важнее карьеры. В интервью изданию «Собеседник» Королева рассказала: «Не могу позволить себе постоянно гастролировать. Вообще, чем старше становишься, тем меньше желания что-то делать в музыке. Я выпустила много альбомов, теперь думаю о других проектах, не музыкальных».